их исследований факультета международных отношений Ереванского государственного университета. Позвольте еще раз поблагодарить руководство Ереванского государственного университета, ректора Оганеса Оганесяна, за то, что он очень внимательно, бережно к нам отнесся, к первому нашему мероприятию, наверное, снисходительно, потому что опыт будет со временем, у нас будет со временем больше гостей, у нас будет больше сотрудничества, но это первое подобное мероприятие международного уровня. Я благодарю руководство Ереванского госуниверситета, я благодарю всех участников сегодняшней конференции, наших дорогих преподавателей факультета международных отношений, наших ведущих экспертов в стране в области обороны, безопасности, научной деятельности. Спасибо вам, что вы пришли, спасибо, что вы были с нами. Спасибо большое нашим молодым ученым, молодым активистам общественным, которые сегодня пришли и досидели до конца. Для нас это честь. Спасибо большое. Теперь по поводу тематики нашей конференции. Мы понимаем, что евразийское экономическое сотрудничество подходит к тому рубежу, где надо делать конкретные шаги, быстрый бросок вперед. Санкции против России, ухудшение международной обстановки, очень напряженная обстановка практически по всему периметру границ России с соседними странами, ну просто диктует какие-то меры поведения, которые бы прибавили нашу безопасность и нашу коллективную способность отзываться на угрозы и на вызовы. И я считаю, что в год председательства Армении Организации договора о коллективной безопасности это наша сегодняшняя конференция, это наш вклад в попытки развивать, углублять сотрудничество в рамках ОДКБ, подвести ОДКБ под новое видение более серьезного, глубокого развития. Я очень хочу, чтобы те, кто смотрит сейчас нашу конференцию, кто будут читать сегодня-завтра материалы мобильной прессы, а я специально благодарю представителей дружественных средств массовой информации о том, что пришли, посидели с нами. Спасибо вам за это. Я думаю, что все те, кто прочитает, посмотрит сегодня, завтра, послезавтра эти материалы, должны проникнуться нашей озабоченностью и желанием сделать ОДКБ лучше. Сделать достойной эту организацию, отвечать на вызовы и угрозы современности, быть надежным, очень надежным гарантом безопасности стран участников. Еще раз всем спасибо за участие, спасибо нашим зарубежным гостям. Мы очень надеемся, что пребывание очень короткое в Армении вам понравится. Надеемся увидеть вас в Армении еще раз. Спасибо всем большое. Пожалуйста, угощение ждет вас. Дальше будем беседовать и обсуждать эту тему в рамках нашего чая и кофе.